Не, давай, Одновременно когда ты можешь ударим первого активироваться. моба, тогда Ну и как включим. хочешь, тогда когда ударишь. Вот как выстрел твой прилетит у моба, так сразу таймер запустится. Че, пацаны, хуй вам, они Нет, пошел стрелять, шейпера нахуй. нету в винсте, блядь. Маленький му, заходи в винст. А Маленький вот му он, в вот он. винсте. Аншейпер, блядь, Шейпер. шейпер. РЧ. Не принял, блядь. Принимай сумон. Или что с ГП прилетит на? Он вроде тут. Нет, он не в винсте. Я имею в виду не АФК. Он громовая тесно. Так выкинули сумон, да? Ситуации кидаю ГП. Я ему кидал сумон, блять. Гера стоит. Да Гера стоит, блять, что ты тут? Гера стоит, во-первых, во-вторых, значит, у тебя шейпер КД. Не, бывает, у меня тоже был такой какой-то глюк, что меня не суммонило, хотя не было когда. Его не пускают, потому что 26 человек в рейде. И чё, меня присуммонили, чё, я 8-й пакет? Мосса. А ты чё не пошёл? Всё правильно, поставить. Потому что 25 человек здесь. Давай, портал поставьте, Мосса, портуйсь. Вот твой дикий внутри. Надо было уже таймер запускать. Че меня восьмую? Ты ж прессовал на замену или нет? Мусор. На какую замену? Если я прессовал один из первых. Все, все тихо. Мусор идет в рейд, Вериндел на замене. Вериндел камень или выходи с инста. Я думал, ты прессовал, просто в это время я спросил, кто уступит Веринделу место. Ты прессанул, блядь. Там было написано, кто на сумон. Все, мы уже разобрались. Я могу уступить, если ему надо. На Виклик, Вериндел, теперь еще здесь, блядь. Подожди, кто тайномаг? Да? Стой, Вериндел, тогда. А что, мы в 6 хилов, блядь, пойдем? Нет, мозг, нет, ты выспеть. Делаем то это. Да выключите паровозы свои, сука, вы достали просто. Бабуин, блядь. Все, могу лететь? Да, протонись, чтобы мы присумонили. Да, не проблема. Шкаф поставили. В ваших же интересах, ребята, на час это все пронести, потому что потом сразу будет под пронос. Синдра лич. Панки пол. Синдра лич потом, да? Да. Круто. Все, таймер пошел. Вот только ты на перелетках, блядь, ставь это на паузу. Ну, после инста. А что там долго лететь, что ли? Да. Минуты две отпустим. Я могу пока на гуля прилететь, если кто-то еще один с замены пойдет. Замены только ты один. Левых водите, ведите. Ну,
давай. КВ плюс. Блин, я как много плюсов, капец. Я не советую, конечно, миликов ставить с топовым ДПС. Это должны быть РДД в любом случае. А хилы? Действуем по-другому, нахуй. Должны их захиливать. Если будет лужа. Ну, хочешь ванзаю поставь, могу понажимать. Ну каких-то кто мало дает, можно. Ванзай вроде хорошо дамажит. Ванзай на паках дамажит. 5 или 6? 5. Ну заходи пока расставляет. Сколько тут танков надо? Вы вчетвером справитесь? 4, да. Нет, тогда Фурика можно. Так, метки. 1, 2, 3, 4, 5. Квадрат, треугольник, звезда, ромб. Все нормально. Так, Алиса и отъехал. Отъехал у тебя на боссе. Отъехал в танк спектр, если у тебя есть. А если нет, то это странно. Какой у тебя второй спектр вопрос? Рыба. У тебя есть войт рыба? Сейчас посмотрю. Да. Поставил. Гибенима. Чё у нас тут? Нихуя себе для 29 косарей поставил на этот. В ГБ. Не хочу вайпов, ладно. Ты стоишь, отъехал. Войт, спекни с танками. Я не хочу это еще из хуйни объяснять сильно. Отъехал, да-да. Давай, вы танк. Он не знает просто, что сделать в танке. Потом расскажу. У нас тут таймер. Отъехал в ДД, спекались, войд в танк, зашли все внутрь. Че, на боссе? Свои метки запомнили, кто на чем стоит. Так, я с Лимоном на трэше, Алиса с войдом на боссе. Лимон, твой трэш, круг, ну, центр плюс ромбик, мой треугольник плюс центр, ну, понятное дело. Кто там что говорил? На кого СС повесить? Так, СС. На хилов какого-то, блядь. Журада, Вириндел. На Джураду, что был бар плюс. Так, рычу на пул. Я рыбу ел. Почему рыбу не ели? Вириндел, Ефрем, выхохоль. Да все забей. Круга, пан. Пан, ход. Ход. Да я тут секунду пиццу привезли. Нифига себе, нельзя такое говорить вообще. Еще один человек 100 гп. 24 голодных человека сидит тут. Пиццу. Давай чек, давай чек. За пояснение марок. Последний чек не подтверждает 100 гп. А в принципе начинает, я думаю, миников ты убил. Никто не бьет, пока все мобы не сбегут в центр. Косты сбиваем. Бьем. Мас на пул, да, ляуе. Чаротворцы в первую очередь. Бомжей, Алис.
Отъехал вам же. Становимся по местам. Напоминаю тем, кто не был, гитаристы бьют только РДДшники и те милики, которые умеют уворачиваться от белой хуйни, которая не спускает. Называется волны, блядь. Бесов надо сводить в одну кучу и уешить. И миликам, и РДДшникам. Увижу кого-то в это время, кто бьет босса нахуй по 100 гп, блядь. За каждый проеб. За каждый каст даже, точнее так. По архидемонах собирается архидемоны, заводится под босса и ауешится миликами и РДДшниками также, если не успевает милики. Думаю, всем все понятно. 10 секунд до активации. Мастер, на скольки процентах он перестает? 50%. Потом можно кого не остановить. Я скажу, когда стопать. Пуляем босса. Скажу, когда стопать, и все перебегают по двери. Там можно и на центре стоять. Слава — это Void. За печатями следите осторожно, не разряжайте их. Лужи зеленых не стоит. Тубам 20 секунд. Скажу, когда бежать готовить. Я на всякий случай уже прибежал. Кубы 13 секунд, готовимся, кубы. Глядим хилы за метками. За метки, кубами. Метки заходят, да. 5 секунд. Ой-ой-ой-ой, тут насрали, пиздец как. Прожимай давки нахуй. Заходи, прожимайте. Хильте кружок сильно. Хильте кружок. Кружок прохил, фу. Сама ханты зарезали, фу. Где ваши шаманы? Шейпер, блядь. Ой, так, архидемоны, под босса заводим. Повезло нам. Под босса прям заводите, чтобы миликам было удобно бить. И босса, и демонов. В бок. Второй демон, кто там держит? Что-то забыл, блядь, что я на трассе слышу, блядь. Так, Джурада, Берпа, зеленый. Прохил его. Пока никого не берем, мозг. Ближе в босса таргет идите. Танки подводите, пожалуйста, ближе, чтобы было удобно кливать. Они хоть и кастуют, похуй. Кубы. Готовимся. От 5 секунд. Прожали. Кто у нас там выходит? Тоже демон. Я смотрю. Стоп. Собираем мобов, пошли под врата. Все к вратам пошли. Один процент. Приводите быстро. Приводите. Дал прожимку. Служи вышли. Вирендул, гимн на хп. Дал тоже прожимку. Мобов лили все. В
Они станятся, давайте стан служи выше. Лужи не стоим. Идем под босс. Захил тереет, быстрее. Так. Так, 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 так. Мосса бэр по хилу, по неверслипу. Блять, ну вы очко на. Хил тереет. Вы что, блядь? Вы чё, конченые нахуй или чё, блядь? Мульти на хп. Чё, мобы всех расхуярили, блядь? Мульти на хп, потом на ман. Хилы вышли. Забыли, как хилить? Ну, вообще-то слышь, половина вышли. Рейда умерла в луже, блядь. Прохиливаем, вышли нахуй все слушать. За печатями следите. И чтобы вы не зашли в зеленую лужу, которая ярче остальных. Добьется босс и так, бейте. Добьется, если они не заслакивают. Отхиливаю. Джурада, залей ману, отхиляй. Мосса, залей ману шейперу. Это что, ты его раньше забыл? А, он уже сливал. Шейпер есть то там? Выйди с лужи, блядь. Даже в луже стоит. Шейпер, блядь. Хильте вдвоем. Кроме какого-то пика не будет хилом, блядь. Войд, блядь. Чё ты в луже стоишь, блядь? Алиса, не стой, блядь, спиной к луже, на. Да падайте. Нет, нет, бейте. Это удачный трай, может БР отдали бы кому. БРов удали. На Вивендере был камень, нет? Не, на Джураде. Служи. Шейпер встал, хорошо. Бля, прохильте его. Лимар, тебе прохил. Алиса, есть куски? Ничего. Есть прожимок? Я не слышу ответа. Забирайте с него босса, кто-то там. Не спрашивай мне ничего, она тихо очень говорит. Лимон, есть сакра? Угу. Ты, я сейчас скажу, когда давать. На микрофон. Наверное, давай сакру. Только смотрите танки, что вас, блядь, не откидывало в лужу зеленую. Потому что она берет в контроль. Лутера поставил? Поставил. Параша какая-то поза хилю вообще. Алиса, так куски дай. Надо было мусор в хиле оставлять. В следующий раз, если такой же состав хилов будет, то мусор будет хиле шестым. Я не знаю, тут всегда какая-то хуйня начинается, блядь, на этой фазе, блядь. Вроде, блядь, этот, нахуй. Манекен, блядь, фаза, нахуй, но все равно. Ну ты видел отхил? Я умер, блядь, первый раз от моба, нахуй. Я просто моб убил. Смотрим, шейпер, нахуй. Пульсация скви. Это они тусуют фаерболы. Они не въебалы фаерболы, они массовые, дамаг на нас. Дай у него массовый. Я тут у портала. Вижу. Да быстрее ждать так. 17 минут прошло, летит. Масс рез дали. Локи, летим уже в инс, задумай. Я уже выбежал с инста. Будет роль, либо давай я буду роль. Сейчас. Кому не нужен шмот, видите, какой шмот.
Вкус. Как ты у меня во множественном числе. Кстати, по поводу печать, ну это... Можно прожать, да? Короче, я куб прожимаю, можно кастовать вполне реально, не надо его держать, как на в обычке. Протестил, вроде бы нормально. Жравль коминах. Никому, блядь, грит. Перчи. Подожди. Тебе кидать? Нет? Я забираю, да? Угу. Нет. Блять. Ладно. Ну мне передашь сейчас. Давайте отдам. Я не кидал пока бы. Где ты там? Все, ты уже там сдум? Блять, не знаю. Топор мне кинул такой. Убери топор. Похуй. Он не за не отдаст, все нормально. Все, портанулся. Ты на кого собираешься? Тебе сколько? Еще 3. Ну там у меня вообще не освещенный был. Блять, мне еще одна осталась, конечно, но блять, мне похуй как-то. Как-то перчатки не желаем, блять, освещать надо. Надо чест выбить сначала. Так, 5 кубов, да? Метки не убирай пока. Не, там много не будет, нахуй. Никто не плюсовал, блядь, их не про... Раз, нахуй, кто там не ходил. Чё ты делаешь? Так кто там еще у нас был? Мультин. Еще 2 куба кто был? Ванзай, да? Не, ну так мы не договаривались. Так бы я на кубе бы постоял. За 10 ЕП, да? Да. Дополнительные же 10 ЕП, ну. Отдай 10 ЕП. Ладно, я тебе отдам вот. Блять, так не начисляют. На, за то, что плюсанул. Плюсовать мы ИП будем на Синдрелище. Вместе с ГП. Не, за кубы хорошо, но это, блять, немного, нахуй. Так, и следующий. Кто там еще один на кубе был? Турбо Мультя. Ванзай. Транквилити. И еще кто один был? Зиду. Ты на них метки оставил? Оставил, мне просто лень всех прокликивать. Давай, сейчас тебе скажу. Транквилити. Я уже Зидун. Прокликал. Тыгайте на шкаф, что там? Анкил. Я тоже был на кубе. Не пизди. Серьезно, бля, у нас с турбойсом договорняк. Меня тоже считал. Ты не на кубе, ты на шишке был. Ну, разделим по 5 ликов. Я думаю, куда его турбойс пошлет? Никуда. Чё, бы я вообще ГП уебал, блядь. Ну ладно, похуй, посмотрим по следующим боссам. Где Сумон? Прям сыграл вообще хорошо. Прям как Твися, конкурент. Разрол шмота и перелетка, вот этот, блядь, долгий сумон, нахуй, не считается в таймере, если что. Я, у меня все считается, уже 22 минуты. У меня свой таймер. Это все херня. Я бы тоже это все считал.
смысл это не считать. Быстрее летите, давайте. Суммоним людей на ваше время. А вот все. Да вот Войт что-то слакает. Мне как раз прилетит. Ванзай, суммон. Транквилити с логами. Ванзай, принимай суммон. Хули Войт там, бля, по 5 минут, все. Почему транквилити в логове и его не видно? А, вот сам. Так, танки поехали. Танка. Отъехал в танка сразу, там будешь босса держать. Ауру коня оп. И фреймчик. Я слежу за тобой. Да мы все поняли, Войт, твои проблемы. Так, что это проблема-то? Ну, если не стоит, станет девушкой, подумаешь. Импотент. Кто, и поли? Ефрем. Чего? Ну-ка, поиди. Ша все скажем. Я на короле сразу. Заберите с меня жрецов. С меня жреца заберите. Там. Лимон, добра? Хорошо. Пойду пока метки расставлю. А хуй расставлю, блин. Там Тёма где-то подтянется, может, через полчасика, может, больше. Как подтянется, так и на турники уйдет, да? Брус? Когда его в четверг, да, числится рука? Нет, вчера. Это, блядь, не называется. Сколько раз? В четверг мы виклик били и резко. Не называйте эту хуйню рейдом, блядь. Как у вас вчера хуйня прошла? Очень хуёво. Повайпались на профи, повайпались на лане. Где мы еще? Нормально. Ну самое проблемное. Скажи, где мы не вайпали. Мы вайпнулись на вонючке. А че мы не вайпнулись? Мы не вайпались, походу, когда сбор был. Мы в Долоране когда стояли, тогда не вайпались. И как прилетели. Ой, даже плачет, короче. А доп ЕП у вас было? Нет. Нет, там доп ГП было, блядь. Так, и последний у нас остается. Кто лучше всех стоял в Долоране, блядь? Отъехал в танка, хорошо. Отъехал, у нас сидишь на звезде. Хотя не, отъехал. Ты... Треугольник, ромбик, Алиса, квадрат, Вой, лимон на звезде, я на круге. Все поняли свое? Ставим рыбу. Про самого опасного моба все знают, да? Это ромбик. Когда он получит баф, то нужно его зеркать. Рыбу поставь. Хватит, да? А, сейчас. Фури бафы, приста баф, лапа. Рыбу жрем. Сорян, сразу нихуя не активируется, да? Сразу нет. Сразу РДшники бьют у нас ромбик, хотя там смысла нету, блядь. Че, мне СС так же вешать, не? СС вешай. На кого повешаешь, этого будет. Главное, чтобы Бэр был. На диспеллах 3 мага, Шейпер, Джурада и Мосса. С вас диспеллы проклятий. ОКД, когда будет активен ромбик. Нашу группу разделить. Что сделать? Кто с диспейлой по группам?
А то начнем сейчас путаться. Кого здесь спелить, того здесь спелить. Главное, здесь спелить. Здесь спелить. Не здесь спелить, все маги, блядь, друиды и шаманы, блядь, если кто-то умрет, получает 100 сотку нахуй. Все, блядь. Можешь по одному магу в группу каждый закинуть? Пиздец, вы по группам диспелите нахуй, я ебу. Ну, у меня просто не вынесен весь рейд. А почему у вас, блядь, не вынесен весь рейд? Потому что я не хил. Да какая разница, хил не хил, надо видеть весь рейд. Не, нафига мне вот это вот, блин, фигня на полэкрана. На укусе, блядь. А на лане укусы надо будет. Я выношу. Другой группе передавать. Ты что, скажешь? На лане я выношу. Транквилити. Сука, чё за хуйня? Там, блядь, Транквилити, со мной сидишь на кружку. Сейчас 5 секунд смена босса. Так, кружок сыграли. Достает хил, блин. Ефрем. А, вон зеленый бал. Частицу дайте хоть по войду. Мелики, к кружку не подходим. Бейте в это время этот, блядь. Ромбик. Заебали эти хуйни мне откидывать. Так, босс сменил. Или нет? Да. Что сменится? Через, блядь, ты что наёбываешь? Я из-за тебя уже укус, блядь, поменял, нах. А, не наёбываешь, блядь, сука, нах. Чё ты пиздишь, я не понял, нихуя. 2 секунды. Чё 2 секунды? Ты по глазу, бьём дальше кружок. Лутера на меня выйти. Пораздаю на. А чё? Я пораздаю? А нихуя, ты пиздишь мои шмотки на диск. Какие? Могу тебе отдавать, я тебе. Так, ждём следующую цель. Через 40 секунд, ёб твою мать. Играем в ромбик. Ааа, бля, хоть ты за кофе сходи. Похуй, там пару дамагов несет, хотя бы 1% возможно, когда подписем. А, смены еще не было. Он ждет, когда с зерганем ромбик, да? Если у кто вас жив, кто ждет? У вас жив хил, то толку с этого ровно 0. Чего? Эй, знакомься, пойду. Хила у нас нету живого. Кружок уже слит. Переполняющую мощь, 8 секунд, готовимся. Три. Фигурку говори. Квадрат. А, треугольник. Треугольник. Трусы сыграем. Че там, маг? На ком живая бомба? На ком живая бомба? Разбегаемся, берем рейн. О, блять. Камалар Ванзай, вы как сдохли, блядь? Милики, отошли нахуй. Треугольник. Агро может сорвать. Агро, походу. Отъехал, блядь, агро набирай. Это танк. Никак. Почему огненные глыбы, блядь? Щит снимите с босса, блядь. Диспел шаманы, блядь, маги. Сняли они щит, чё ты? Ты поэтому не... пидорас, мало дамаги идёт. Так, нахуй. Так, 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 хамовар. Джурада, БР походу. Никто не бьет босса Миликина. Только РДДшники бьют. Смотрю, блядь, не умеете, нахуй, не берите, блядь. Проходишь там еще? Про хил рейда, блядь. Дал, блядь, шива. Два шива. Агро. Зеленому баблу залейте ману. Так, переполняющий мощь, 8 секунд, смена, блядь, цели сейчас будет. Так, трусы.
Только РДшники играют. Смотри, пружинка Непалов, Алиса еще. У Лимона далеко, блядь, пружинка не достанет. Моса пока держи, БР. С них двоих нету толку, блядь. Взяли рейндж между собой. Милик. Живые бомбы развешивались. На анкиле. Анкил ушел, блядь. А, это, блядь, вообще копия, на. Добивайте его, на. Блядь, киллшот 8 ты бьет по этому куску ебаному. Мульти на ману зачитай. Так, ждем следующей смены. Следующая смена через 20 секунд. Зачитай гимн на ману. Мульти зачитай. Трипачок. Че, трипер тебе зачитать или что? Так, 5 секунд готовимся. Сейчас, скорее всего, будет звезда. Но это не. Та звезда. Сука, битва экстрасенсов. Что-то почистили, победил. Пофиксили что-то, да? Ничего не пофиксили, это просто рандомно. Ка, блядь, я сейчас пойду курить в натуре. Это просто гурский в рейде. Натуре. Еще и шипует, блядь. Гори. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ой-ой-ой, забери. Ничего не пожал, не то. Там вообще не на ком. А я взял этот 4 P10 на ДК. На ДК, на танк? Я светился. А зачем 4 P10? Ну там прожимка. Кровотвор. Так прожимка Т4 может ты имеешь в виду? Да не. Ну так прожимка на рейд идет на ДК. Т4 еще выбит на рок. А мог на ДК лучше взять на Т4, а Т4. Танки, блядь. Там прожимка на минус 12% открывает. А так ты сейвишь рейд, нахуй. Выбирай, что лучше, да? Олма, блядь, дали Геру. Все в ромбик. Диспелим, проклять. Все свободные танки на себя мелких забирай. Будет два комплекта. Быстрее, забирать. Блядь. Бурстим. Должны успеть, по идее, ну, блядь, не знаю. 20 секунд. СПМ, не очкуй, Славик, блядь. Отдал Т4. Киллшоты хуярят по 60 тысяч, нахуй. Кто не успеем, блядь. Хорошо успели, нахуй. Ёбаный рот. Секунда в секунду. Все, играем по звезде, блядь. Ждем, пока включится. Сейчас даю чек, кто АФКшит, нахуй. Это, блядь. ГП, блядь. Да, Гурский? Чё? Я тут вообще-то, ты не пизди, нахуй. Я знаю, что ты хочешь просто это пиздить. Да я на трэше это иди, там трэше долго, блядь. Да иди чё, да, блядь. Кофе наливай. Опять же, да иди ты нахуй, чёрт ебучий, пошёл я. Так, боссу, блядь. Осторожно там, смотрим за дебафом, если чё скажу. Отошли милики от босса. Милики отошли от босса, все, блядь. Чё там, дебаф? Да. Пан. Отойди от босса, блядь. Не отойдешь от босса, нахуй ГП. Херачит босс стоит. Схуя ли он нахуй не в дискорде, блядь?
А кто вдали стоит, они от этой ауры дамаг не получают, да? Нет, там вроде только сближен. Ближайшим противником раз одной секунды исцеляя, если по глазам 200% наносимого урона. То есть только по танку походу будет. Бьем пока, но там свет. Отошли, милики. Опять нахуй она. Хуйня, сука, рандомная, блядь. Алиса, ёб твою мать, ты тоже милик, отошла. Ну, пиздец какая-то. Спасибо за истерию. Сейчас посохом наебашу. Мастер, ты еще это? Рекрутинг ведешь? Параллельно. Я всегда во время рейда веду. Так, влились, милик. Он еще таксует параллельно. Я Ашат, я Ашат. Ашот. Джамшут. Насальники, блин. Мой арбуз, мой калун. Калунчик. Калун. Пум-пум-пум, говно лут. Лиснули Хамавара, лиснули Ванзая. Все на грид нажали, нормально. Что-то, Алиса, не собираешь на ПДК, что ли? Ну, на ДД. Все, мне на Дисна. А, да? На туре забыл. Сука, пиздец все нахуй. Это я тебе передам. А шот, блядь. Хамовар, ты в Дискорде? Да, но звук плохой. Следующую. У тебя есть EPGP Lootmaster? Нет. А почему у тебя нет EPGP Lootmaster? Если об этом сказано, блядь. Было уже много раз. Ладно, блядь, на этот раз ты не знал, на следующую RT на... Я первый раз вижу. Ты тоже? Ну и как, я видел раньше его ник, ну это такой. Хамовар, следи сюда. Иди сюда. Ему надо эти наручи, да? Да. Ты много при этом, да, извини? Да, да. Кидай обмен мастерау. Скачай EPGP Lootmaster, иначе в следующем рейде ты не получишь шмоток. Ну. Ты бы в этом не получил. Понял, понял. О, давайте трэшли пить. Так бейте, я не понимаю, почему вы стоите. Идиот! У нас 19 минут осталось. Он за капитошка. Так. Давайте в жреца первого льемся только. Максим, тебе не надо вот это? Что? Ну, печать. Ты вроде вообще не... А, ну, значит, ему получает. Надо нахуй, но я ебал за него ГП ловить. Что, у нас в печати за ноль уходит? Нет. Кто тебе такое сказал? Не видишь что? ЕПГП. 500 нахуй ГП. 500. А чё ты спросил за Unroll? Кто за какой? Нет, чё-то он спросил, мне печати за Unroll уходит, что-то я не понял. За 0. За 0 ГП. А, за 0 ГП. Ну 500 он начисляется. А если они, блядь, уходили за 0 ГП, нахуй я бы уже все печати забрал. Даже которые мне нахуй не нужны. Не, просто мне вот такое вот сообщение вылезло.
Какое? А я в этот, в Discord закинул скрин. А в какой канал ты закинул? Чё-то я не вижу у тебя никакого сообщения, блядь. Тоже не вижу ничего. Ну вон, в общалке, да, у меня вот... Да я-то вижу это сообщение, но я не вижу там... А я вижу твой скрин, я не вижу этого. Блядь, зеленым написано. А, зеленым блядь. Выделено. 0 гп, тебе оно будет показывать 0 гп, на самом деле нет. Не, я до сих пор не вижу, а где скрин-то? Что-то там какой-то вот тайный маг, там какие-то наручи. Наручи, которые выпали, вот, посмотри в чате, а зеленое сообщение. Оно выпил. Просто так пишет, блядь. Ну это я понял. Читай гильдию черную. Ну да, в гильд-чате там показывается. Ловим танки. Знаете, по ком играть? Поставил вам череп. Играйте по черепу. Заберите с меня громилу, я метку просто. А этот хер, который, блядь, тут был, он шипует несколько целей или одну? Походу одну, либо несколько. Плюс. Тебе плюс, ну хоть, блядь. Сколько по твоем таймере осталось? Еще может минут 20 как минимум. 13,5 минут. Да ладно. Ну считай на один драйв. Быстрее все зашли. Ну с драйва убиваем. Дайте пала-риба. Пала-риба. Следующий. Войд и Алиса на боссе побежали, стали по местам. Поставь рыбу. На руках я отъехал и лимон. Отъехал, знаешь, что тут надо делать? Появляются ручки, короче. Хорошо. Твои ручки будут звезда круг, то есть центр. Мои будет треугольник. На ромбике стоит, закрывает РДДшники. Квадрат закрываешь, отъехал ты.
Только с печки убегай, пожалуйста, когда будет печка. Смотри, чтобы не умер на ход печки. Все, Арчи на пол. Турбойс. Турбойс. Хорошо. Поехали там. Давайте скоро руки. Закрыли. На горне два идут. Дал Шивена. Сука. Так, РВДшники в центре. Не забываем закрывать. Если видите на горне, блядь, кто не успевает, нахуй, тоже закрывайте, блядь. Вам ближе, чем мне добить. Имейте в виду, если мы вайпимся, то тут сразу не было. Ромбик. Под боссом. Руки. На горне закройте. Какого хуя-то милики закрывает? Так, готовьтесь. Так, руки пошли. Треугольника закрою. Танка вроде не сложит. Танка не сложит. У меня, правда, раз было ваншотилана. Блять. Горн пошел. Так, лимону бэр. Джураде бэр по лимону. По дымичу. Я центр закрою. Лимон, видишь, ну, я не центр, отъехал туда. Пора туда не. Так, я тут закрою. Ромбик закрой. Кружок. Ничего себе, он там накопил статую, но... Так, закрывайте ромбика. Дал Шива. Ну, быстрее бурсите. Гера где, блядь? Геру дали на. Чего вы с пула ее не дали? Шейпер на. Закрыли, я в центре закрою. Блядь, я беспонтово. Тут я такую парашу вижу. Тут решетку. Печка полетела. Так, треугольник закрой, центр закрой. Все закрыли, ну? Хорошо. Так, центр закрой. А там лимон стоит. Под боссом, ну, хорошо. Агро, прохил танка. Алиса, дай прожимку. Дай прожимку. Треугольник закрывай, закрывай, закрывай. Блять, 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 блять. Успел. Блять, разрывался между двумя ручками. Иду направо. Добивайте босса. Последние руки должны быть. Закрывай на звезде, закрывай. Закрывай возле ромбика. Я закрою. Хорошо. Успели до ПП будет. О, маунт. Детектор нахуй. Маунт паролу. Так. И Винар, и Ванзай, кидайте ролл. У вас по 96. Что за ролл? В этой хуйне смотришь. Где целис? А там всех ролл кидался или только тех, кто нажал на инспект? Всех. Я что-то не уверен. Ну, хуй знает. Ну, даже если не у всех, то поздно. Блять, я не нажал на инспект, и шо, ну.
А я не помню уже. Ну, да, я нажал, там у всех отсортировался ролл, то есть сверху самый низкий был, а внизу самый высокий. Я прокрутил, но вроде у всех были вот эти циферки. Я не считаю, блядь, полезным нахуй по этому роллу смотреть, короче. А похуй. Какая разница? Ролл кинул. Большая разница. Тот другой ролл. Тот же самый ролл. Это как кубик, монетку и распылить нажимаешь, тот же ролл кидается, что и желтый, просто он не пишется. Вот, блин, скажите потом, кому детектор ушел. Ну, уходит он никому, потому что все нажали... Один нажал Вирендел, блядь, оф спек, нахуй, остальные миноры прейдж, нахуй. Неверу не отдавай, зеленому баблу не отдавай, Вирендел, нахуй, разве что на оф спек. Какой миноры прейдж, если этой шмотки нету, блядь? Это вообще красава. Я не знаю, что он там нажал, но это 50%. Ну да, 50% Вирендел. Вообще четко, молодец. Потому что за ним многие ходят. Многие ходят, но что-то все хотят за минору прейдж убрать. Вы что, блядь, ёбнулись, да? Ну, он говно, если нету трех таких триник в рейне. Если три есть, есть в нем смысл. Шо, во сколько целка? Так. Сразу идем? Ну, я думаю, минут 15-20 у вас есть. Пойти все, что у нас тут косарь пойдет, да? Надо Вирендел рейд не покидать, Хамовар рейд не покидать, потому что нужно еще ИП начислить. Ну один от радости детектор рвал, все, короче. Чейпер тебе не надо, это самое, на шамане. Я дал ИП, будет. А кто лимнул, нахуй? Откуда ты знал, что я 1200 хотел дать? 1000 за рейд, 200 доп ИП, я больше бить. Правильно, я так и хотел. Кто печать выиграл? Зеленый бабл. Так, кто ливнул с рейда, нахуй? Бабл выиграл. Получил. Зеленый бабл. Ты тут? Тут. Что-то я не могу. Кто еще ливнул? Одного нету, одного. Ю получил, я вижу. Что я за ним слежу, блин. Ты где находишься? Какой вопрос? Я шел на офчелику, блядь. Если у меня приор выше. А так нахуя ты нажимаешь минору прейч, нахуй? Вопрос это второй. Он так же нажал, блядь. Он не так же нажал. Вирендел нажал на офспек, нахуй. Ага. Ну, так, Войд забирал. Ванзаю отдавай тогда. Я не знаю, что вы там придумываете. Кнопки две у вас есть. 100% и 50%. Никаких там нету других... двух кнопок. 100% и 50%. Там так не написано. Держу там написано... Блядь. Main spec и off spec. Две кнопки. Main spec это 100. Еще какие-то три кнопки рандомные, блядь. Ну, так эти кнопки что, надо тыкать. Короче, зеленый бабл. Тебе печать не надо, я так понял. Ты протонулся. Там только трое ролили, я видел, да? Вот я сейчас вижу. Ванзай и Дыгдымыч. Ванзай получил, да? Печать. Вирендел уже с накинул 1200 ИП, и еще кто два тела ливнул она? Гурский получил. Я уж не помню кто. Ребята, если вам шмот не надо, вы портуетесь сразу. Я не знаю, о чем вы думаете. Напиши Ванзаю, даст он тебе. Он тут стоял возле босса. Ты от босса ушел, я не могу тебе лут отдать. Кому чего надо? Ну все. Да там хулипал протянулся в утес. Я не знаю, как он шмотку-то хотел забрать. Мне что, за ним лететь в утес? Забирать шмотку и передавать ему лично в руки? Такие интересные тоже. Хамовар. Ну протянулся ты, значит тебе не надо. Все, я отдал следующему. Думаю, кто ливнул, сука, это Хамовар, блядь.